У меня мечта. Хочется мне купить здание, построить для приют животных, кошек, собак. Я часто вижу их на улице, бродяжничают, голодные. Начинают они одичать, озлобливаются на людей. Это понятно. Кто хочет жить на улице, в холоде, в сырости, голодным? От безвыходности попадают некоторые под машину и погибают. Возможность есть, но реализовать невозможно, нереально. Только в России это недоступно по ценам, расценкам. А даже если я куплю вот это здание, бывшая ферма коровника, перестрою, но ведь только в России Путин такими налогами обложит меня, что мне придется закрыть, а животных либо усыпить, либо найти другое место, где могли бы животные жить мирно и чувствовать себя в безопасности. Нет, в России нет будущего, как нет реализовать свою мечту – приют для животных –